Дорогие друзья, всем привет! Я делюсь своим настроением, все как всегда. Сегодня у нас суббота, 7 октября, муж с ребенком, и я вот буквально на 2 часа вышла погулять по Невскому, зайти в Зингер, в обновленный для меня уже Зингер, потому что до этого я была много-много раз, ну, естественно. Вот. И сейчас то, что я увидела, меня поразило. Во-первых, начиная с пакетиков, они совершенно другие. Потом появились конфеты бренда «Культура». Как все выставлено красиво, по-другому, там искусствоведение, да, кинематограф. Очень все красиво. Ну и, конечно, кафе «Рене». Не знаю, правильно ли я читаю, но вот этот винтажный стиль, эти тарелки, это вкусный кофе, эти булочки, пирожные, все красиво. Мне не к чему придраться. Я всегда обычно, ну да, красиво, но вот здесь можно было бы и получше. А тут я просто обалдела, насколько все, ну, живые цветы, какое общение у персонала правильное. Все в стилистике модерна. С каким, ну, с французским откликом, естественно. Ну, в общем, ребята, я рекомендую туда сходить вам, если вы не были, да, если вы еще раз сходить. Я буду дальше гулять, если за площадь искусств, получаю дальнейшие, а получаю впечатления.